живописью можно было бы обойтись как бы и без линий. Мы же не заключены в линию, когда смотрим друг на друга. Нет у нас линий. То есть лицо, фигура не очерчена линией. Она плавно, все эти вот теневые уходят плавно куда-то в пространство, туда за нас, туда куда-то за нас. И можно было бы обойтись без линии. Но линия часто в живописи обращает внимание зрителя на определенные какие-то моменты, на которые художник хотел бы обратить. И вот напряженность линии, появление линии в живописи – это тоже феномен рисунка. Хотя, опять же, в живописи вроде как можно обойтись и без линии, а просто вот то, что видишь, срисовывается красками, пока не добьешься того, что есть. Но художественное прочтение, то есть перевести на язык живопись, на язык изобразительной культуры, это применить в том числе и линию.